Здравствуйте. Здрасте. Добрый день. Что бы вы хотели изменить в своем автомобиле? Да ничего. В принципе, он со своими задачами справляется. Она большая, она хорошая, она вот просто большая. Большой зад. И постоянно куда-то врезаешь. И поэтому я не могу ее, не всегда могу ее припарковать. Поверьте, размер не имеет значения. Рано или поздно вы найдете ту самую парковку, в которую ваш автомобиль впишется идеально. Ну, сейчас знаете, какие улицы делаются? Невозможно развернуться. А зачем вообще нужны развороты? Всегда стремитесь только вперед. Разворот – это шаг назад. А соседи, они все время говорят, что моя машина им мешает, что она загораживает проход, что им негде пройти. Вместо того, чтобы слушать соседей, лучше прислушайтесь к тому, что говорит вам ваше сердце. Невозможно поменять форму машины, но вы можете изменить свое отношение к форме. Постоянно думаешь о бензине, постоянно думаешь о деньгах. Поедешь, не доедешь. А тут что-то бабах, только заправил полный бак, раз его что-то нет. Это практически мое хобби – заправлять автомобиль. Поймите, просто у каждого свои аппетиты. У вашего автомобиля тоже есть желания. И их не нужно ограничивать. Чувствую себя как-то одиноко в своей машине. Я начинаю думать, зачем мне столько места. Если вы избавитесь от комплексов и полюбите свой автомобиль, то и он полюбит вас. И тогда вам больше не будет одиноко. Я не знаю, что ответить. Smart.